Как представитель компании Coca-Cola, вы уже не раз участвуете на нашем фестивале. Не могли бы вы сказать, какая коллаборация нужна между университетами и компаниями, и какие навыки нужны для того, чтобы стать успешным сотрудником и специалистом компании Coca-Cola? Вопрос на миллион. Конечно же, мы нуждаемся в квалифицированных кадрах. И я хочу сказать, что сейчас университеты в Казахстане готовят очень хорошие кадры, которые успешно вливаются в бизнес. У многих университетов есть специальные программы подготовки бакалавриата, чтобы студенты уже понимали, что нужно бизнесу, то есть какие особенности работы именно в корпоративной сфере. И к нам приходят интерны, которые, ну, я бы сказала, очень уже приспособлены к корпоративной среде и осведомлены. И некоторые из них успешно начинают продвигаться по карьерной лестнице. Какие навыки вы цените больше всего? Пожалуй, первый навык и самый важный – это интерес, желание человека сделать что-то больше, любопытство, то, что называют по-английски curiosity, потому что именно это двигает человека дальше. То есть он не просто сидит и выполняет какие-то обязанности на своем месте, но стремится сделать что-то больше, посмотреть за рамки того, что есть перед ним, задать вопросы, а можно ли сделать лучше, а можно ли сделать что-то еще, а можно ли сделать по-другому. Именно это очень ценно в сотрудниках сейчас. Как вы знаете, мы запускаем курс экспоненциальной инновации от профессора Гарварда Вивека Вадвы. Как вы думаете, поможет ли такой курс студентам, а также специалистам компании Coca-Cola в будущем? Я думаю, что это уникальнейшая возможность, за которую, конечно, нужно хвататься руками и ногами. Это очень необходимый курс сейчас, потому что мир экспоненциально развивается. Не только инновации, но и изменения происходят в таком темпе, что нужно как-то структурировать их для себя, то есть научиться учиться менять, скажем так. Я думаю, что этот курс будет очень интересен и полезен для всех. Спасибо большое. И самый последний вопрос. Что вы думаете о таких научно-образовательных мероприятиях, площадках, как Нобелфест? И что вы хотите пожелать его слушателям и участникам? Отличная площадка. Я, честно говоря, поражена, насколько профессионально все было организовано с самого начала. То есть мы начали поддерживать Нобелфест в апреле прошлого года, 2021 года. И все три мероприятия, включая сегодняшнее, проходят на замечательном, очень высоком уровне. Уровень спикеров, уровень вопросов, которые задают. Это говорит о том, что люди готовы, студенты готовы получать такие знания и участвовать в таких мероприятиях. Конечно же, их должно быть больше. Я желаю Нобелфесту экспоненциального расширения на мировой арене и всяческих успехов.